Еще раз всем привет. Вот, собственно, опять подлетной камере с китайского сайта AliExpress. Разобрался немного в настройках. Вот, нашел русский язык. Вот. Ну, это контрастность, яркость, цвет. Так. Что-то не хочет. Сейчас, минуточку. Еще раз сойдем. Ну вот. Вот где молоточек нарисован. Тут и выбираем язык. Язык у нас русский, китайский, английский. Вот. Вот, поставляем на русский язык. Так. Вставляем. Ну, тут время. Только я не понял, для чего тут время. Время включения, выключения. Так. Ну, в общем-то, меню небольшое. Будем подробнее разбираться по ходу действия. Всем спасибо, до свидания.